Ребята, всем привет! Сварочка такая, неисправность интересная. Короче говоря, на стабилизаторе 47 Ом. Вот, стабилизатор здесь стоит вот так вот, на выходе получается. Вот. На вот этих двух ножках. Сейчас я покажу. Как-то неудобно мне. Видно, да, ребят? Вот, отпаял я вот здесь электролит. Ничего не помогло. Отпаял вот этот конденсатор, на нем тоже 47 Ом, тоже ничего не помогло. Выпаял, конечно, стабилизатор, в первую очередь. Выпаял вот эту плату. Думал уже в ней, потому что уже все перепроверил, все диоды перепроверил. Вот, плату выпаял, 47 Ом так и осталось. Их где-то, короче, коротит. Сейчас я вам плату увеличу чуть-чуть, чтобы вам, может быть, пригодится когда-нибудь. Ай, ладно. Короче говоря, вот здесь отпаял я. Вернее, не отпаял, а обрезал дорожку. Что такое? И, ребят, 47 Ом пропало. Так что где-то вот здесь я вот. Сейчас буду искать. Не нашел еще причину. Ну все. Всем всего хорошего. Вот такие вот неисправности бывают. Вот здесь я перерезал дорожку плюсовую по питанию. И 47 Ом пропало. Нету ничего, короче говоря, вот здесь. Вот сейчас, если я не отсоединил ее до конца. Да, вот все. Видите, нету ничего. Так что ищем здесь теперь. Смотрите, сколько работы проделал, все бесполезно. Эх. Ну ладно, всяко бывает. Будем дальше копать. Все, всем удачи, всем пока. Можете комментировать что-нибудь, может быть, что-нибудь интересное подскажете. Пока еще не вскрывал, не знаю, надо под транзисторами смотреть. Здесь вроде бы ничего нету. Транзисторы придется вскрывать. Что-то где-то там сидит 47 Ом.